Эй, день добрый, дорогие друзья, с вами Квантум. Это максимально странная и угарная игра. Меньше слов, не забудь подписаться на канал. Начинаем. О, а что с тобой? А ты что такой горбатый? Я усатый. Подожди, дай посмотреть на тебя. Ты усатый? Ты тоже усатый такой. О, ты глаза выпучил, блядь! А ну, здесь на правую кнопку мыши нажми. Что это? Какие у тебя сиськи? Какой ты горбатый, какой ты страшный. Так, а что мы будем делать, блядь? Я не знаю, что здесь нужно делать. Фига бегу на скорости высокой. На, я тебе принес зайца. А чё он страшный такой? Что у него с глазами? Ты зайца видишь? Ну, я тебе принес зайца. На. Ты убивай меня, Я тебя зайцем ушатал, ты улетел. Я умер. Ты прям умер сильно? Прям глаза, блядь, закрываются, все, я не вижу уже свет в конце туннеля. Машина! Квантумец? Ее починить надо. Стой. Ты четко какая-то. Я завел. Квантумец, ты уверен, блядь, что так должна выглядеть машина? Я не знаю, как она должна выглядеть. Я тебе дверь починил, Димон, у тебя дверь есть. Как выйти, гараж открыть? Ой, я гараж открыл. Ты отлично. На нафиг. О, я могу ездить. Да, не быстро. Подожди, ты без дверей ездишь, там на улице слишком жарко. Стой, остановись. А как выйти из машины, блядь? На F. У меня нет такого... Что ты дверь-то схватил? Можешь меня убить? Да. Убей. Сейчас. Ты готов? Да, блядь, я хочу! А чё я умер? А чё со мной случилось? У меня есть, а я точно в ту сторону выстрелил? Можно выйдем, блядь, выходи, я дверь открыл. Да какую кнопку? Выйди из машины, Дима. Че ты сигналишь? Просто выйди. Хрен ли у тебя тут кролик дохлый лежит на сиденье? Так, давай нашу машину починим и поедем уже куда-нибудь. Как ты, блядь, собрался чинить? Ну вот, сейчас там где-то двигатель я видел, подожди. Запаска! Подними машину. Как, руками, блядь? Ну да. Так. О! Я еще блядь, где-то давай... колесо... А нафиг ты колеса себе разбортировал, объясни мне. Случайненько. Квантумец? Тут есть подвал. Дево! Куда меня это, блядь, это не трогай, блядь! Там знаешь, сколько бактерий! Там детей, блядь! Это кто-то прятал, блядь, в подвале! На, Димон, это с днем рождения, Дима! Забирай, это мой подарок тебе на день рождения. Тут еда есть, Димон, иди колбаску прими в рот. Дай мне в ротик. Давай, открывай. Сейчас я тебе колбаску задам. На. Блядь, ты не суй так глубоко колбаску. Ешь сам колбасу. А где еще бензобак здесь? Ой, нашел фулл танк. Тренда, Димон, у нас топлива вообще мало осталось. А почему ты мужчина-женщина? Ты тоже, блядь, ты лагаешь. Что ты сделал? У меня машина перевернулась. Ты топливо разливаешь. Прекрати это немедленно. Ну тихо, блядь. Не трогай тачку. Вот еще бензик есть. Да нет, блядь, нету. Подумец. Как ты его открыл? Там надо на тоненьку попадать, понимаешь? Все, у меня канистра, блядь, пустая. Вот, бензик берем с собой в дорогу, смотри, бензик есть. Да куда ты поволок ее? Блядь. А куда она уехала так быстро? Где? Она разгоняется, посмотри. Возвращай ее обратно. Тут жил гонщик, у него медали за победу. Наша машина от нас уехала. Ты меня не слышишь? Нам Да хрена ты, Гарри Поттер. Еман, что я нашел здесь? А где тачка-то? Я бегу, а тачки нет, все. Да, это еще... Вот мне еще половину сжать, а я бегу. Она хоть остановилась там? Ну, вроде да.
Ну, тема такая, что она в какой-то момент начала ускоряться. Это я ее типа так ногой толкнул, блядь. Ты сказал, она не на дизеле. Ага, на чем она, блядь? На ножной тяге. Угу. Она уезжает, блядь. Она от нас уезжает. Я подожди, вижу тебя, сейчас, дебил, она развалится полностью вся и все. Так сколько, блядь, можно бежать? Ты зашел? Да, тут новая машина. Ты видел ее? Да. Привет. Привет. На чем она ездит, блядь? Не знаю, заливай соляру. 100% дизель ей нужен, правильно? Давай, давай. Там две канистры, одна с алкоголем, другая с дизелем. Я вроде в прошлый раз алкоголь заливал. Ну или дизель. Это не точно. Блядь, ты воду льешь! Убери! Да, я воду убираю, дизель наполняю, нормально. А, вот как это работает! А чё за баллон? Это нам, не знаю, нужно, пусть будет. Так у тебя машина не заводится. Так заведи ее. А что это такое лежит, Димон, возле бака? Это колбаса, что ли? Ты что, насрал? Всего... Кондумец, это какашка, блядь. Фу! Зачем ты на нашу машину положил? Убери ее. Мы типа копы, блядь. Убери ее нафиг от машины. Ты капот оторвал, ты это починил? Нет, смотри, первым делом я снял капот, вторым делом система охлаждения нам нужна, и все. А что течет там? Это масло. Понял, поехали. Бля, ты сел? Теперь вставай, квантумец. Фу, падла такая! Сел в говно, сел, обосрался. А ты двигатель поставил в машину? Да. Да? Угу. Угу. На нафиг! Толкни. Ты движок ей не поставил. Не знаю, у меня было написано, что поставил. Толкни ее, Димон. Я умер. Вот так вот, 10 случаев жести в автосервисе, блять. Задолбало, поехали. Я сел. Все, поехали. Куда? Прямо. Давай просто по трассе, блядь. Как дела, Димон? По трассе давай. Я не очень понимаю, как у нас дела пока что. Че с тобой? А у тебя машина работает, все нормально? Ну едем же. Перекати поле. Двигатель стал работать, нет? Не-не, едет, едет. А ты, блядь, руль прямо держать умеешь? У меня... Не дергай мой ручник, падла! Это плохой звук. Че, клин движка? А, я знаю, что случилось! Она понял, что пишет. Тут температура, масло, аккумулятор сдох. Закипела, падла! Вода, вода нужна. Хорошо, что я воду брал. Давай. Это газ, а не вода! Давай бензина зальем-то, пофиг. Это Войтер вроде, нет? Нет, это газ. Теперь у нас там газ. Отлично. Все, поехали. Нам автосервис лучше нужен, потому что с радиаторами вместо антифриза, я не знаю чего там, воды, у нас бензин просто, ты понимаешь, какой это трындец? У нас газ, блядь, там, жидкий. Давай, до остановки доезжай, от остановки с еще ты едешь. Что, не знаю, что... Давай. Что-то опять хреново, Димон. На свай будешь? Нет, это патрончики. А, я думал, на свай. Что ты сделал? У нас сигарет в двигатель. У нас беды с машиной. Бля, ты так, я понимаю, не доехал до остановки, да? Ой, она кипит. Она горит, сейчас остынет. Блядь. Открой его. Надо воды найти где-нибудь, Димон. Я придумал, Димон! Спасать? Да! Как, блядь, встать сюда? Не знаю. Поноси его, пусть он остынет. Вытащи все еще нафиг отсюда. Что там еще горит, да? Все, давай, она так быстрее остынет. С радиатора жижка вытекает. Закрой его. Там уже... А что там в нем? Газ выходит, блядь. Короче, Димон, поехали заново. Фигня, война. Ты еще машину разобрал все. Давай, ты пока приходи, заливай топливо и делай штуки всякие, а я... Баклажки разные. Вот вода. Возьму воду.
положу ее в багажник нафиг. Вода нужна. Теперь мы знаем, что вода нужна, как никто другой. У тебя забор вот этот, да, блядь, стоит? Еман, мы 120 разогнались. Неплохо, блядь, запор едет. Капиндос-то что творит? Нам главное доехать до следующей стоянки, до следующего пункта остановочного. Блядь, но мы должны найти что-то. Да, по-любому найдем. Видишь, справа между монументами вот так синее, типа на горы похоже вдалеке. Угу. Или там пуст... Заяц огромный. Трендаун, дура, чем он питается здесь? С нами? Да мы едем и... О! Здание, видишь? Да, здание! Видишь? Или не видишь? Вон оно, смотри. Вижу. Давай, съезжай на обочину. It was at this moment that he knew. He fucked up. Блядь! Я лицо разбил! Минус колесо, блядь. А Рику включила. Бля, давай посмотрим, может быть у них в гараже есть новая машина. Бляха-муха, это такое очко. Колодец, вода. Нет, я думал там... Ведра-то нет. Еман. Тут ничего нет, Димон, мне кажется, здесь пусто. О, газ. Я нашел какую-то ху... Как будто... Прицеп, Димон, можно к машине прицепить? Отлично, я нашел зеркало, ружье. Я пойду тачку подгоню, если она еще работает. Пойдем машину починим, Димон. Скорее всего, она больше не поедет. Если поедет, я собираюсь прыгать в тачку и ехать дальше. Поехали. О, хорош. Не знаю, что это нам пригодится. Пусть будет. Все, поехали дальше. Топлива у нас нет. От слова совсем. Как машина перегрелась. Особенно после ДТП того. Как это самое? Нет, надо найти топливо. Как малиновое варенье стереть отсюда, Димон? Это я не знаю. Я ты это видишь, эту хрень? У меня нету малинового варенья. О, еще дом какой-то, Димон, большой. Давай, нам нужен газ. А, это не дом, нифига. Долбанные монументы. Угу. Что случилось? Что-то еще, ты во что-то... Димон, пойди прицеп толкни. Димон. О, отлично, поехали. Садись. А можешь его на колеса поставить? Так он на колесах. Уже нет. А он нам нужен? Не знаю. Пошел он в жопу, поехали без него. Еман! Аж... Мы куда-то едем. Кактус, блядь. Переворот. Нет, Кантуметов, мы что-то делаем неправильно. Как-то в эту игру надо играть в стопудняк по-другому. Ну что это, мы едем, едем и все? Хорошо, что я запаску взял, трындец. Во. Поехали. Багажник закрой только. Где какой-нибудь что-нибудь объект, где будет бензин? Нам нужен бензик. У нас бензик, все. Еще пару метров, и мы приехали. Димон, я что-то нашел. Какой-то... Что фургон, это такое? Блядь, что это? Бытовка. Да бляха-муха. Тачка, машина, тачка. Еще одна. Она, блядь, без колес, но в ней может быть какой-нибудь бензин или что-то полезное. Или двигатель. В ней вообще нет. У нее чисто корпус есть, и все. Блядь, Квантумец, ты знал, что я крыса? Что случилось? Я, видимо, сейчас шоколадку в одну харю заточу. Блин. Слышишь, Димон, надо ящики разбить, и можно притащить канистру и залить воду. В кране есть вода. Ну, соляры нет, совсем нет. Заправку бы нам какую-нибудь. Нам же не нужно куда-то в пустыню бежать. Опа, Димон. Справа вышка какая-то. Чё там? Чё залез? Тут не убейся. Еман, ты лезешь. Кутмет, ты со мной вместе лезешь, что ли? Блядь? Да. Ну подвинься. Да не могу. Там оружие. Тут револьвер. Аккумулятор меня больше заинтересовал. Аккумулятор? Который... Да, ты его уронил, кстати. Бенза осталась... Пусто. Ну ты понял. Заглохло, да? Из-за того, что нет топлива. Пойдем в воду. Нальем в бачок. Ну типа я вообще не знаю. Ты бы стал вот на воде работать? Ну так-то человек состоит на 70% жидкости или на 60%. Толкай.
Давай. Туплю найдем потом. Бля, я не могу, подожди, у меня 2 кадра в секунду. Угу. Все понятно. Это был Long Drive. Как тебе серия? Подписывайся на канал, ставь лайк и не забывай про комментарий. До скорых встреч.